Так, ну а теперь все то же самое в рисовании фигуры человека. Вот у нас есть человек, который сейчас хоп и сядет. Способ понятен? Понятен. Вот, а дальше ты уже можешь уточнять. То есть, если нужно, потом можно это все прорисовать, но в целом для наброска этого достаточно. То есть, для понимания формы, для понимания движения, вот этого уже будет достаточно. Повторишь? Повторю. Ну, мне располагать... Так же, как я сделала. А, так же, да? Нет, 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 нет. Рука не отрывается. Ты больше делаешь... Движение как глаз. Идет глаз, бегает. Понимаешь, ты забираешь из этих линий все изображение. Не надо выходить в схему. А, я. Хорошо. Нет, там же. Здесь же, да? Да. Нет. И это не спираль. Это не спираль. То есть движемся, может быть, по складкам, например. Да, прямо. Ну, если тебе удобно вот так, то еще бери так. Гусики. Где объем ног, где толщина ног? Добавляй туда. Ступни, ступни, где ботиночки? Ну вот он ботиночек. Так, ты не глядя рисовал сейчас ботиночек, ну, абсолютно. Да, ботиночек я не глядя рисовал, потому что как бы. Ну, ошибка такая, я не могу разорваться. Ну, а теперь дубль. Угу. Ну, а теперь быстро пошел рукой вслед за глазом. Так, да, вот уже лучше. Внимание, все на фигуре. У тебя глаз движется по линии руки и карандаш движется. Ты выдумываешь, выдумываешь. Как-то вот так. Найди ошибки. Ну, опять у меня пропорции с ногами. Наклоном. Да, нога вот здесь, тут. Ее надо дальше отвести. Угол. Смотри, ступня стоит как? Куда она повернута? Ну, вот так. Почему она, да, вот, почему она у тебя не вот так. Ну, да, да, здесь. И это. Где коленка, где носок ноги, смотри. Видишь, угол разный совсем.
ты опять переводишь в схему, понимаешь? Ножки-палочки, ручки-палочки, нет. Идет движение глаза по форме, по силуэту. И вот оно идет там, как глаз там движется, осматривает все это, понимаешь? Угу. Быстрее, 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 еще быстрее. Еще быстрее, рука не отрывается. Время теряешь, когда руку отрываешь. Не нужно ее отрывать. Ну вот. Ну а где линия между. Где линия плеча? Что у тебя за головастик? А, ну да. Линия. Давай, плеча. Добавляй, добавляй. Не разговаривай, не включай левое полушарие. Давай, добавляй туда еще сейчас линий. Бей эту веревочку. Если у тебя времени мало, то вот все остается в таком первоначально набросочном варианте. Если времени больше, натура сидит, ты можешь дальше прорабатывать, точнее, как с домиком было, да, уже посмотреть, какие ботиночки по форме, уточнить все, лицо прорисовать, голову, клеточки на рубашках и так далее. То есть здесь, ну, а что для человека важно? Наличие рук, головы и ног. У тебя пока обрезанный такой манекен. Где? Ноги. Углы, углы внимательнее. Угол. Как идет нога? Куда она идет? Изуродовал. Большая голова. Какая у меня большая голова.